В рождественские каникулы пространство одного из крупнейших выставочных залов Астрахани было отдано молодым художникам. В проекте «Астрахань. Арт. Молодость-2014» приняли участие как профессионалы кисти, так и их молодые ученики. Наша съемочная группа оценила творчество корифеев и их учеников. Открытие площадки «Астрахань. Арт. Молодость-2014» состоялось еще накануне Нового года. Но познакомиться с выставочными экспонатами молодых астраханских художников можно было на протяжении всех рождественских каникул. В конкурсе проекта принимали участие как совсем юные художники, так и творцы с профессиональным стажем. Здесь разные номинации, разные возрастные группы, но в целом выставка очень интересная. Очень много фантазии, красок, цвета. Ребята и маленькие не уступают взрослым, надо сказать, уже. Те, кто учится в художественной школе, а кто еще только там где-то начинает первые шаги, потому что здесь ребята представлены во всех номинациях. Жанры разные – портреты, натюрморты, пейзажи, выполненные акварелью и маслом. Самому молодому участнику конкурса проекта всего 9 лет, поэтому оценка маститых профессионалов для юных живописцев очень важна. Первое мое впечатление, которое я прошел, это вообще буйство красок, буйство фантазии. Это как будто плывешь по реке, вот этой фантастической, интересной реке, и каждый автор старается что-то выразить свое, хотя иногда робко, иногда уже что-то получается. Насколько получилось у юных художников овладеть кистью, решало жюри конкурса. Самые талантливые получили дипломы и памятные подарки. Марина Лазарева, Анастасия Ширяева, Серик Намазбаев. Новости РНТВ. Астрахань.